К ежегодному повышению цен, а также тарифов на различные услуги нам не привыкать. Вот и новость о том, что с 1 января вырастет стоимость проезда по городу на автобусах и троллейбусах, лишь немногих обеспокоила. Мы раньше за 3 копейки, за 5 катались. А это что это? Такая жизнь пришла. Вообще считаю, что дорого, потому что каждый год дорожание. Сколько можно дорого? В последний раз билеты на проезд дорожали год назад. В Видновском троллейбусном парке нам сообщили, мера эта необходимая. Увеличение стоимости проезда для предприятия – это благо, потому что мы можем полученные деньги расходовать на обновление подвижного состава и на ремонт нашей базы. Впрочем, стоимость разового билета вырастет всего на 2 рубля. Проезд по карте «Стрелка» будет варьироваться от 21 рубля 40 копеек до 32 рублей 90 копеек. При оплате проезда с помощью единой транспортной карты учащегося поездка будет стоить около 16 рублей, а после 35-й поездки всего 33 копейки. А вот кого точно не коснется подорожание билетов с 1 января, так это льготников. Пробейте мне, пожалуйста. Изменение тарифов произойдет и на автобусных маршрутах пригородного сообщения. А вот что касается проезда в электричках, новогодних малоприятных сюрпризов не ожидается. Скажите, пожалуйста, а проезд с 1 числа на электричке тоже дорожает? Мы такого не слышали, чтобы дорожал. То есть у вас пока нет такой информации? Информации нет. Как он стоил, такая будет стоить. Скажите, а вот проездные покупают на месяц вперед, уже на январь, например, продают? Покупают, да. Все по старой цене? По старой цене. Смена тарифов произойдет незаметно для пассажиров. Еще 31 декабря они смогут проехать по старым расценкам, а уже 1 января стоимость проезда подрастет. Переход у нас происходит всегда в ночь на 31-е. Остаются наши сотрудники, которые отвечают за эксплуатацию терминального оборудования. И в ночь происходит перепрограммирование всех терминалов. 1 января уже кондуктор выезжает на линию с новыми тарифами. К слову, в первый день Нового года видновские троллейбусы начнут курсировать по городу на час позже, с 5:30 утра. Татьяна Брулова, Владимир Андрианов, Елена Кошелева, Видное ТВ.